Всем привет, дорогие зрители! С вами мистер Мачо Агасси из солнечной Алании, район Махмутла. Канал «Недвижимость в Турции. Парадайз Алания». Нашел для вас две квартиры, двухкомнатные, 1+1, в проекте, который был сдан 7-8 лет тому назад. Я снимаю сейчас с балкона одной квартиры, двухкомнатной, 1+1. Она просторная. Вот такой вид с этой квартиры. Видно банановые кусты, на здания, на море и на античный город Наула. Здесь, наверное, ничего не построят, вид у вас этот не закроется, потому что до античного города 50 метров запрещено что-то строить. Эти банановые кусты что-то, наверное, когда-то построят. Это всем известно. Так, здесь продаются две квартиры. Вот это первая квартира, которая на верхнем этаже. Это я. Здесь можно застеклить. Наша гостиная, совмещенная с кухней. 1+1. Жилая площадь, квадратные метры 68 считается брутто полностью. И спальня, и вот гостиная с балконом вместе. Но жилая площадь здесь где-то 48-52 квадратных метра между ними. Высота потолков 270 сантиметров. Нужно купить бытовую технику, мебель и переехать жить. Здесь у нас прихожая. Сюда устанавливается шкаф. Расстояние от этого места до того вот моря, там у нас был пляж, вот сейчас скажу. Вот здесь, видите, дорожка есть. Вот напрямую вот отсюда, если пройдетесь, где-то 950 метров. По другой дороге 1000-1100 метров максимум. Рядом есть маркеты на той улице Ататюрка, Барбаросса, и маленький магазин в левой стороне. Здесь у нас просторный санузел. Хочу вам показать, что санузел такой вот просторный. Сейчас редко кто так строит. Видите, душевая кабинка. Все как надо сделано. Качественно построен этот проект. И вот это уже просторная спальня. Как минимум 12 квадратных метров. Сюда ставится кровать. Туда телевизор. А сюда устанавливается шкаф платяной. Вот просторная спальня. С видом на античный город Наура, море и на соседние здания с бананами. Так, дорогие зрители, цена этой квартиры 66 тысяч евро. Сейчас я сниму бюджетный вариант, который внизу по цене. Там цена 55 500 евро. 1+1. Так. Вот такой лифт тут. Панорамные окна с видом. Все красиво. Вместимость 6 человек. Два лифта. Спускаемся на нижний этаж. Так, вот еще второй лифт. Вот квартира, которую я сверху вам сказал. Так, здесь такая прихожая. С правой стороны у нас санузел, такой же, как наверху. Вот. Тут спальня. Квартира продается пустой. Все заберут. Вот. Тут окошко на бассейн. Смотрит. Так, здесь уже установили вот шкаф военный. И у нас гостиная комната, совмещенная с кухней. Здесь был маленький ремонт, вот, и выход на балкон. Вот такой балкон. Тут у нас беседка, ухоженный сад. Айдат у проекта 220 лир в месяц, а так годовой айдат 2500 лир. Там детская игровая площадка, я сейчас спущусь вниз. Это как второй этаж. Сейчас покажу вам инфраструктуру.
спустился я на цокольный этаж. Здесь у нас бильярдный стол, мини-футбольный стол. Есть фитнес-зал такой. Ага, еще что тут у нас? Так, здесь лобби. Тут открытая парковка, генератор. Вот. Фонтанчики не работают. И здесь у нас сауна, которая работает зимой. Вот такая сауна. А в этой стороне, кажется, санузлы и душевые кабинки, да. Санузлы, душевые кабинки. Зона барбекю. Вот так вот. Качели там. И лестничная площадка. Так, дорогие зрители, квартиру вы увидели. Звоните по номеру, который указан в описании. Цена верхней квартиры 66 тысяч евро. Этой квартиры 55 500. Все, двухкомнатная квартира. С вами был Агасий, солнечный лайнер, Махмутова. Всем пока-пока.